Сегодня мы отправляемся в путешествие на необитаемый остров. Здесь есть корабль, здесь есть мы, здесь есть куча людей с едой и напитками. Но пока еще никто никуда едет. Не едет. А сейчас самый главный начальник и директор нашего путешествия скажет, что же сегодня нас ждет. Ждет, веселье нас ждет сегодня весь день. На корабле покатаемся и на остров высадимся. Нет, не так. Все. А нормально. Все круто, я доволен, что здесь, в этой компании, с друзьями. Вот, мы сегодня поздравили нашу именинницу Фокси, вот, поели вкусного тортика. Мои впечатления очень позитивные, мы скушали лисичку, надеюсь, она всем понравилась. Была вкусная, кстати, по-моему, вам так она не досталась, да? Просочилась информация о будущем мафии вечеринок. Не-не-не. Не о будущем мафии вечеринок, а о будущем Гришенко Саша. Дождь и ветер, и все что угодно, мы отдыхаем. Все сыпается. На самом деле нас сюда затащили обманом. Вечеринка удалась, но вы остаетесь. Дорогие друзья, в условиях того, как развивается общественная мысль и общественность в нашем обществе, особенно гражданское общество, да, в нашей стране, когда люди объединяются по интересам любви к своей стране, к своей родине, любви к природе, любви к ближнему своему, мне кажется, важным являются те люди, которые являются лидерами в этом направлении. А лидерами в этом направлении являются вот такие люди, как Саша. Саша Грищенко, тот человек, от которого зависит, мне кажется, будущее нашей страны, будущее наших поколений, будущее не просто нашей страны, будущее всей земли. О чем мы там говорить? Это нужно говорить громко. Уже если говорить, то говорить громко. Будущее всей нашей земли. Поэтому дай Бог здоровья и развития душевного, морального Саши Грищенко как лидеру нашему и всем людям добрым, хорошим, позитивным. Вот доброта, воспитание и позитив, интеллигентность — это то, чего не хватает нашей земле. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Мы здесь все собираемся. Мы обязательно еще встретимся в новом сезоне, да. Всего лишь 2012 год, каких-то через 3 месяца конец света. Но мы по этому поводу не печалимся, а смотрим с оптимизмом в будущее. Спасибо большое. Надеемся на то, что после нас будут только лучше нас. Спасибо.